У каждого из разработчиков в Спор космические приключения было множество идей по поводу того, как сделать игру еще интереснее, особенно это касается этапа «Космос». Совместно с теми, кто работал над этапом «Существо», они постарались учесть все пожелания игроков и внести в космические приключения именно то, чего не хватало в основной игре. Игрокам не нравилось то, что на этапах «Цивилизации» и «Космос» они не видели созданное ими существо. Теперь существо может высадиться на планете, получше ее рассмотреть, походить, пообщаться с другими существами. В игре «Спор» игрок исследовал галактику, но при этом всегда был привязан к своему космическому кораблю. Теперь можно высадить существо на планету и вместе с ним пройти через разные захватывающие приключения. Многим наверняка понравится возможность выполнять задания в режиме быстрой игры, ведь для этого игроку не придется проходить прочие этапы. Это что-то вроде виртуальной аркады. Существо может быть очень дружелюбным или, наоборот, агрессивным, и от этого будет зависеть его поведение. Так что решать вам. Если в игре «Спор» вы уже дошли до этапа «Космос», то сможете просто выбрать свой корабль и отправиться на другие планеты на нем. Мы разработали 32 новых вида снаряжения и навыка. Таких, как вдохновляющая песнь или призыв насекомых, когда существо призывает на голову противника целый рой назойливых мошек. А мне, например, больше всего нравится ракета-носитель. Запускаешь его, у существа за спиной появляется столб пламени. Оно взлетает в небо, и вы видите планету сверху во всей красе. Потрясающе, как будто сам паришь в небе. Все союзники, которые были у вас на этапе «Космос», войдут в вашу команду. Так что если вы воин, то лучше, чтобы в команде были ребята с ракетами и пушками. А для дипломатического задания больше подойдут союзники со снаряжением шамана или, скажем, барда. Вы сможете не просто пройти через приключения, которые придумали для вас другие, но и создать свои собственные. Мы постарались сделать редактор приключений максимально простым и удобным. Мы сделали все, чтобы управление в игре было удобным. Просто берете объекты с парапедии и переносите на планету. Все очень просто. Берете какую-нибудь штуку, кидаете ее на планету, нажимаете на кнопку и смотрите, что получилось. Вы создаете свое космическое приключение, потом просто нажимаете на кнопку, и игроки по всему миру могут его опробовать. На нашем сайте Spor.com уже размещен 61 миллион творений игроков по всему миру. С ними-то вам и предстоит посоревноваться. На сайте будут определяться лучшие приключения, созданные самими игроками. Я думаю, что космические приключения — это настоящий прорыв в мире компьютерных развлечений. Ведь игроки впервые получили возможность создавать игру самостоятельно. Раньше такого в Спор не было.